Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. А у меня очередная посылочка, очередная распаковка пришла. Ну, по дескрипшену не очень понятно, что это такое, но я так предполагаю, что это пришла лампочка. Совсем недавно на канале у меня была очень интересная походная лампа с аккумулятором и пауэрбэнком, но мне захотелось еще чего-нибудь. Я заказал вот эту лампу. Сейчас мы ее с вами распакуем и посмотрим, насколько удачна она. По цене она гораздо дешевле, всего лишь навсего 90 рублей, 89 рублей, или 1,4 доллара. Добралась до меня посылочка за 27 дней. Ну, не очень долго. Давайте посмотрим, в каком состоянии оно пришло и стоящая эта вещь или нет. Кстати, ссылка на тот удачный фонарик, о котором я говорил, ссылка будет в описании к этому видео. Кто пропустил, пожалуйста, смотрите. Так, смотрим, что нам пришло. Вот так вот упакованное. Так, здесь пусто. В топку. Так, вот. Пришло вот в таком огромном упаковочном пакете. Так, что у нас здесь? RIP 3500 2016-1010. Made in China. LED питается от трех элементов 3А. Так. Теперь бы хотелось бы протестировать нашу лампочку. Итак, вот я зарядил кассету. Вот так его нужно вставлять. После чего мы закручиваем. Закручиваем. Так, и проверяем. Так. О, свет есть. Стробоскоп. Три режима, как и у многих других лампочек. Вот такой, в принципе, вариант. Насколько ярко светит, я так понимаю, гораздо слабже. Я думаю, наверное, не 300 люменов, а максимум, наверное, люменов 100. Так, ну что ж, а на этом обзор этой посылочки я заканчиваю. Вам спасибо, как всегда, за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, репостить видео, писать грозные комментарии. Также не забываем использовать кэшбэк-сервис, который позволяет вам сделать покупки, в том числе и этой лампы, до 7% выгоднее с AliExpress, с некоторых других интернет-магазинов даже еще больше. Ссылка на этот кэшбэк-сервис в описании, как всегда. А вам всего доброго, счастливо, пока!